казахстанской меди исполнилось 85 лет. 19 октября 1928 года на Корсакпайском металлургическом заводе медивары получили первую черную медь, заложив таким образом фундамент медной индустрии целой страны. Смотря в историю, мы понимаем героический труд наших ветеранов тогда, в те годы, не имея ни проектного института, не имея опробованных технологий, был запущен короткий срок медзавод. При сегодняшних темпах развития, при сегодняшних технологиях, конечно, это, я думаю, был рекорд. Сегодня основным видом деятельности завода является выпуск отливок из серого чугуна с механической обработкой деталей. Объем отлива чугунных изделий для нужд предприятий корпорации «Казахмыс» 350 тонн в год. Завод выпускает около 80 наименований товарной продукции в виде комплектующих деталей для оборудования горно-плавильных предприятий «Казахмыса». На заводе трудится более 250 человек. После закрытия в 1975 году медиплавительного завода мы полностью его перешли на металлургическое оборудование. На сегодняшний день мы поставляем свою номенклатуру для нужд ПО «Жезказган Светмет». Сегодня предприятие обеспечивает население Корсакпая, небольшого населенного пункта Карагандинской области, не только работой, но и водой, теплом, углем, а также электроэнергией.